Привет! Сейчас мы будем определять бренды с shop.ru и узнаем, кто же выиграет очки Ray-Ban. Обязательным условием участия было вступление в группу бренды ВКонтакте, поэтому мы будем проверять, состоит ли победитель в группе. Так, на записи нажали «Мне нравится» 3249 человек, поделились записью 2961. Именно они являются участниками акции. Все участники расположились на 124 страницах. Сейчас мы определим номер страницы, на которой находится победитель. С 1 по 124. Итак, страница номер 80. Победитель находится на 80 странице. Не забывайте принимать участие во всех наших акциях. Акции становятся все интереснее и интереснее. Сейчас у нас идет одновременно 7 розыгрышей. Вот, спешите принять участие в каждом из них. Итак, где-то здесь находится победитель. Считаем слева направо, сверху вниз. Один человек из 24. Номер 19. 24, 23, 22, 21, 20, 19. Проверяем. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Все правильно. Юлия. Нам надо убедиться, что у Юли есть запись на стене с акцией. Юля участвует во всех наших акциях. Ну, практически во всех. Да, запись есть у нее. У нее, очевидно, есть друзья, есть фотографии и так далее. То есть главная задача, которую мы ставим при введении каких-то ограничений участия, чтобы перед зрителем выигрывали боты и фейковые аккаунты. Теперь смотрим, состоит ли Юлия Рифулина в группе. Так, я надеюсь, что да. Так, поиск по участникам. Да, Юлия состоит в группе, и, соответственно, она становится победителем акции и обладателем очков Ray-Ban от компании brandyshop.ru. Всем спасибо за внимание. Не забывайте поздравить победительницу в комментариях к этой видеозаписи. Удачи вам в следующих акциях!